Итак, мы с вами остановились на 21 мая. Здесь у нас идут фотографии, перевязки ног какие. Так, 22 мая. Доброго здоровья. Ночью практически не спал. Сильная вибрация, кровоток. Поэтому снов не видел. Были коротенькие провалы, фрагменты. Маленькими прыщиками, а между большим и вторым пальцем левой стопы с внутренней стороны образовал большой водянистый волдырь, как от ожога. Вот это да! Паразиты показали мне истинное лицо и вышли из стены. Война началась не на жизнь, а на смерть. Мнение в целом, если честно, я в шоке. Я, конечно, мог что-то предположить, но такое. Когда он повалил, я растерялся, то есть грибок пошел из него. И без вашей помощи неизвестно, куда бы меня бросило. За что вас сердечно благодарю.